Смотри, подожди. Посмотри на мою сотку. Посмотри на сотку, я только сейчас понял. Блять, все, я не хочу дышать. Я не хочу дышать. Я не хочу играть в это говно. Вы видите? Ребятки, мужики, извините, пожалуйста. Посмотрите на карту, мужики. Мужчины. Мужчины. Мужчины, посмотрите на сотку. Охуеть, сука. Ебать, как нахуй дышать? Это просто конченая игра. Серьезно, это просто конченая игра. Ты посмотри на эту... Сука, Андрюха, 86-й регион, блядь. Блядь, найдите его нахуй. Вычислите его по ICQ. Да ты посмотри на эту шляпу, она еще и все правильно делает. Статист, блядь, статист. Блядь, получай, блядь. По лицу. Тише, 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 тише. Бля, дай альфу, пожалуйста, умоляю, дай альфу, умоляю. Альфа! Нет! О, он танканул, я крутой. А я крутой, или нет. Опа, пам-пам. Опа, красиво! Танкануть! Ой, альфа не прошла! Я живу, блядь! 5300 урона, боже, это что за альфа? Альфа-игрок, блядь, это просто пиздец. Ну это просто полный попуск. Еще одну. А, блядь, я обкакиш. Ну, на нахуй, 860. Ай, подышать. Кислорода. Подышать, беброчка, подышать. Подышать чуть-чуть, беброчка, подыши, мой сладенький, подыши. Ох, блядь. Не, ну это просто пиздец. Ебать, как я тут живу вообще, вы это видите? Боже, блядь. Я в шоке, ребята. Ребята, это просто no comments. Смотри. У тебя бабаха, дурак. Он не видит ее, блядь. Идиот. Не, это просто... Это такой гений. Ну, серьезно, это гениальная ведь игра. Но это просто... Это реальный киберспирт. Самый настоящий. Это ведь... Не! Ага, на, извините, пожалуйста. Ладно, поехал вперед. Киллер Саня. Ой-ой-ой, не, ну это серьезно. Киллер Саня, это очень серьезно. Бля, ребята, я только что сломал систему, реально. Вы понимаете, эти бивни должны были сейчас в ноль отлетать. Я просто взял и соло закрыл эту карту. Соло. Серьезно, 3 тяжа 10 уровня. 3 супер тяжа, блядь, не смогли противостоять. Не, нахуй. Сюда, блядь. 7000 урона. Ну разве это не скилл? Боже, как сильно, боже, как сильно. Вот, он только сейчас едет, Андрюша, блядь, Андрюшка. Андрей, блядь, все, а теперь обратно, блядь. Это пиздец, Андрюха, блядь, это пиздец. Это Андрюха вместе с Алексом, блядь, вот тут вдвоем под домиком, блядь, на двух супертяжах стоят, понимаешь, блядь. Ой, какие дебилы, блядь. Сейчас заеду в гнездо, блин, понимаешь? Ой-о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 й
все видели? Видели, все видели? Это максимально профитный сейчас был план, все видели? Вот так делай, и спина болеть не будет. На, смотри, смотри. Смотри, как я его сексом. Чисто смотри, опа, смотри, оп. Лошочек чисто на арточке. Туда его, блядь. 15-0, 15-0, бой имени Барбариан. Серьезно, вы видели? 15-0, чисто соливарня. Так, выхожу на 2-7-9, я не знаю, что он себе позволяет. На нахуй, опа, нормально. Кто там? Саня Котик, блин. Каня Сотик, привет, привет, Саня. Саня Котик, ку-пупсик. Так, продолжаем вести контроль, продолжаем вести наблюдение по ситуации. Мы видим то, что если у Т-95 есть огромное желание выйти и дать, но пока что он этого себе... Подождите, я нашел дырку. Опа, а нет, он тоже нашел ее. Блин, нашел ее даже раньше меня. Опа, бизоныш, на нахуй, итальяно веро, туду. О, вот это провал, ребята, я получил лишний снаряд. Что ты делаешь, 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 что ты... Убить, 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 эй, эй! Блять, видели, да? Ебать, там просто нахуй, блять, стоят 4 пулеметчика вокруг. Он, блять, с палкой выходит, блять, палкой мне по башке. На, блять, и уходит обратно, блять. А эти 4 долбоеба стреляют и все мимо, блять. Что это такое? Что это такое? Как он мог выйти и выжить, блять? Type 5 Heavy, 50 ТП, Шкода Т56, я, 4 ствола, блять, он на бизоне успевает давать выстрел. И меня еще 279 в мелкую дырку убивает. Ну это абсурд, этой игры просто зашкаливает. Как он мог это сделать, блять? Ну что это за бред, сука?
Ой, блядь, я не могу с этой игры. Какая же это хуйня. Вот такие моменты. Как это вообще возможно, блядь? 4 человека, блядь, смотрело в эту точку. 4 человека. И он, блядь, выходит и меня убивает, понимаешь, блядь? Ой, господи, эта игра. Это такой психоз, блядь. И момент истины. На, блядь, Ярик водила, получай. Так, когда на вас едет ЛТ, вы должны найти стену. Обязательно. Вот лично у меня... А, гриль 300 хп. Ебать, что это за бред вообще? Я не понимаю. Где вы все хп проебали, ребят? У него на гриле нет шансов, он меня не наебет. Ты чё? Чувак. Ну, я его своей аурой, понимаешь, задавил. Он чисто аура, аура. Найс. Давай, давай, ну! Думал, всё. Бабаха и футюр. Найс, блядь! Но футюр разбился об меня тараном минус 500 и бабаха не пробил. А далее просто катился и уничтожал. Круто! Затащил. Красава, Сань, молодец. Спасибо, Сань, спасибо большое. Молодец, дядь. Ну, жалко, конечно, что не колобок, но все же. Круто ведь. Эмоционалочка, когда остаешься вот в таких ситуациях просто на высоте. Боже, какой выстрел охуенный, блядь, был. Уа-а-а. 1200, просто шляпу снял, блядь. Если даем еще 2, то это будет просто гениально. Вот, поэтому давайте. О, подожди-ка, подожди-ка. А это кто такой сладенький? Ко мне бабаха, ой, бэшка едет. Ну ладно, давайте встречать свою смерть с улыбкой. Поджог. Вопрос, вопрос, вопросы задаем? Не слышу, не слышу. Вот это скилл. Вот это, блядь, скилл, нахуй. Сука, у него еще не прокачано огнетушение, блядь. 1700 урона стычки. Бро, блядь. Вот это, сука, скилл, нахуй. Сюда, блядь. Даже в безвыходной ситуации. Все равно, блядь, максимальная агрессия и максимальный урон этой тварюке. Сюда эту бэброчку. Ах, хорошо. Ах, красота. Ах, коронный похоронный. Да ты шо, бэбрулькин, блядь. Жестко вообще. Просто чётенько, блядь. Чётенько. Как-то так. Ладно, бой заканчивается, гоу вкатим, дадим, выдадим еще 4 снаряда и отправимся в следующую каточку, потому что тут уже конец. Куда оно улетело? Так, Андрюх, дай я ему засажу, Андрюх. Сука, блять, вот на своей стерве в упор приехал, блять, и давай нахуй вот это, блять, растанцовочку, блять, а на Андрюше ебать. Охуеть, блять. Сука. Нахуй он вот этими своими, вот этими сеточками, вот этой всей хуйней перед ебалом мне, блять, катается. Всем вашим вас. Всем шмексам шмыри. Сегодня играет. Привет, Ока. Привет, спасибо. Блять, ненавижу. Все на этой стерве. Это ж коляска. Шум туда приехал, блядь. И вот это. Вот эти, блядь, танцы с бубном, блядь. Под ЛСД, блядь. Не, блядь, хуярит, долбоеб, блядь. Нахуй ты на стерве приехал в упор, блядь. Пиздуй на базу, стань в куст АФК, стой, блядь. Ну долбоеб, что ли, блядь. Дергается он этой хуйне, блядь. Как мне стрелять, если эта сетка ебучая перед прицелом вот так, блядь, мельтешит, нахуй. Долбоёб, блядь. Андрей! Нахуй ты тут? Андрей из клана Федук, блядь. Футбольчик! Да, блядь, мальчики походят на качков, сука. Приезжаешь, блядь, на ПТХе, нахуй, 750 альфы, блядь, тупо дубина, блядь. Сука, с одной ебало можешь снести. Эта хуйня приезжает с им 390, 390, пиу, пиу, блядь. Что ты тут вообще делаешь, блядь? Тут, блядь, гачи-мучи для реальных, блядь, больших мужчин. Нахуй он лезет, блядь, этот шкет, блядь, со своим 390, блядь, на фланг тяжей. Кто его сюда звал? А мы бой по итогу проебали. Из-за него он должен был на Андрея стоять на базе, блядь. То ли я нормальный, то ли просто везет. Хрен его знает.
Бля, сколько... Ебать, только не надо, только не сзади. Бля, он из клана Гуччи, все, ясно, все, все. Не надо, сука, пусти, пусти. Сын, сын женщины, сын женщины. Отпусти. Что ты, Васёк, мне хочешь сказать? Отпусти. Какое нахуй? Нахуй ты лезешь вперед. Какое нахуй? Нахуй ты лезешь вперед, дура, блядь, тупорылая. Что ты несешь, уёбище, блядь, очередное, блядь. Нахуй ты нападаешь сразу, блядь. Успокойся, блядь, уёбок, блядь. Нахуй ты выпихиваешь, блядь. Это что, блядь, место для тебя зарезервировано, блядь, или что, блядь? Кто почему ты такой вообще? Почему для меня? Ты не один играешь, дрянь, ёбаная. Да не тявкай ты так, что ты так взбушевался? Успокойся, блядь. Все нормально, дыши, блядь. Все нормально, играй в танчики. Давай своих, блядь, 2000 урона и съебай в ангар, блядь. Обезьяна, блядь. Барик, привет. Стрим удачного стрима. Ты вчера говорил, что сегодня можно будет... Что, значит, стрим запустил, думаешь, герой? Это ты ко мне доебался, блядь. Это можно будет делать. В смысле доебался? Я тебе объяснил твою позицию. Хули ты пиздишь? Я приехал на точку, дал первую тычку, начал катить назад. Ты сдох. Иди, выходи из боя, нахуй. Да, хорошо. Что? Что? Ну что, я виноват, что ли? Ну, ты получил свое, ты полез вперед. Ну, я был впереди, теперь ты был впереди. И что, что? Итог какой? Кто виноват? Я виноват опять, что ли? Алло. Алло! Ну не уходи! Ну почему они все уходят? Блять, я устал, сука. Почему они все уходят? Я хочу контента, блять. Опять ушел. Ну что, я виноват, что ли? Ну чё они все уходят? Идиоты, блядь. Ну, надо же любить себя в таких моментах. Нужно себя обязательно любить в таких моментах, и обязательно нужно себя хейтить в хуёвых моментах, понимаешь? Тогда все будет заебись. А вот тут я сыграл как долбоёб. И я могу это сказать. Вот тут реально очень хуёво, блядь. Нахуй я так широко вышел? Надо было на пол шишечки, блядь. Ну вот, ну, вон так. А я, блядь, полностью тупо ша, блядь. Ну, дурак, ошибся чуть-чуть.